Приветствую вас, дорогие мои господа, друзья, товарищи. Значит, решил показать немножечко мой путь в этом видео. Заодно попробую программку, которая записывает действия с экрана. Итак, смотрите, в прошлый раз мы с вами пересекли Керченский мост, затем объехали Керчь и попали на озеро Чокрак. Грязевое озеро. И ночевал я вот здесь, вот на этой песчаной косе, разделяющей Азовское море и само вот это вот озеро. Примерно вот здесь, вот в этом месте. В дальнейшем мой план действий был какой? Значит, я собрался и решил поехать до бухты Широкая. Вот она у нас. Бухта Широкая, тут вот есть фотографии, которые, в принципе-то, меня и привлекли. Большая, хорошая, просторная бухта. Посмотрел фото, подумал, ну, соответственно, там есть место, народ, наверное, да, и решил долбануть туда. Путь лежал у нас, значит, вот по этой вот дороге. Естественно, там нету никакого ни асфальта, ничего. Тут вот заброшенные здания, это, насколько я помню, там бывший какой-то пионерский лагерь. И вот по этим вот полевым степным дорогам я потихонечку без фанатизма пробирался дальше, 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 дальше. Бухта Широкая мне нужна была для чего? Вот если видите, в этом месте начинаются раскопки древнегреческих поселений. Вот, пожалуйста, некрополь. Начало разработок, раскопок, точнее, 99-й год. Античное поселение Сиреневая бухта. Значит, святилище античное. Генеральская бухта знаменитая, да. Здесь вот тоже археологические объекты, раскопки. И собирался вот в эту вот бухту Широкая. На самом деле в видео, которое сейчас будет, я все перепутал, остановился в бухте Шелковица, но нисколько не пожалел, скажу сразу. Не доехал буквально там, ну, пару километров, наверное. Ну а почему перепутал? Да потому что ни связи, ни интернета здесь нигде нет. И так примерно на память что-то прикинул, то, что видел вот здесь вот на экране ноутбука, когда сидел в кафешке. Ну что ж, будем посмотреть, будем посмотреть. Природный парк Каралакский, площадь 6806 гектаров. Пойдем, тут просто ехал мимо, мне-то вот туда дальше. Уехал, ехал, смотрю, машины стоят, думаю, что-то интересное, засниму. На камни на эти встанем. Блин, главное на какую-нибудь змею не напороться. Они здесь здоровые бывают, это я знаю. О, как классно! Класс. Погода еще классная, такая и не жаркая особо, и не холодно. Вон там, кстати, какая-то гроза идет. Плюс 30 держится. Ночью 23-24, днем плюс 30. И вот очень здорово то, что не особо жарит, а то, помню, как в прошлый раз ездили, блин, это вообще невозможно. В 8 утра, а то и в 7 утра, все, подъем. Потому что в палатке уже как в сауне. На улицу тоже хрен выйдешь. Блин, такая духотень. А сейчас вообще очень прикольно. Какая-то травка тут. Что это такое?
Прикольно, здорово. Нормально меня так навигатор повел. Езжай, говорит, давай, вот, прямая тебе дорога, вот сюда вот, и вот туда. Как? А вот бухта широкая. Вот я еду вот сюда. О, да. Кайф. Сейчас спустимся, и уже следующий репортаж будет оттуда. Блин, а как туда-то вниз спуститься? Ну, будем посмотреть. Девушка есть одна знакомая, Мария Викторовна. Вот она бы сейчас, наверное, в подгузник-то бы наложила. Особенно вот здесь вот. А вот я думаю, вот здесь вот и встанем. Забрался хоть посмотреть, где я, блин, приехал в бухту, это не та. Ай, блин, вон она, по-моему. Да, вон там. Да, значит, нужно здесь обижать все. Ага, там, где машинки едут. На карте это все совершенно по-другому. Да не, ну здесь-то не то, что я, так и вы тоже здесь не заберетесь через эти камни. Короче говоря, узнал я, почему масками номера завешивают. Ну, в принципе, как я и думал. Сейчас вот поговорил с ребятами, вот там вот они сзади остались. Здесь от этой НПСки не поеду в бухту. Он говорит, там плохой спуск. Вернусь обратно туда, где был. Короче говоря, почему замазывают номера, заклеивают номера и так далее? Да потому что ходят инспектора, фотографируют номера, и потом приходят тебе по почте письмо счастья. Все. Так что поеду я в ту бухту, которая там справа у нас осталась, и буду ночевать там. Сейчас еще разочек спустимся по ночному кошмару Марии Викторовны. Ночной кошмар Марии Викторовны начинается. Упадем, мы падаем. Так, блин, тетка, ну что ты там идешь, не дала съехать.
Ладно, так и быть, потом как-нибудь в следующий раз. Что-то как-то попробовал дыню, не особо. Надо будет пробовать теперь арбуз. Что-то мне кажется, что и арбуз тоже не особо чуть. Обычно режешь, он аж прям хрустит. А здесь не хрустит. Ну, почти. Почти. А арбуз удался лучше, чем дыня. Но тоже не айс, конечно, но... посочнее. Сейчас пойду искупаюсь. Попробую поплавать. Вот там вот. Слева. Около камней. Просто без костюма, безо всего, в маске. Посмотрю, что вообще есть, стоит ли одеваться. Палатку надо разобрать. Там вон дядька конкурент ходит, конкурент с металлоискателем. Ну ладно, мы пойдем пока поныряем. Прикольные здесь скалы. Пойдем там потом еще посмотрим. Я так понимаю, тусич какой-то хиппи алкобардовской песни. Ну, там в пещере кто-то живет. Нормалек. Пойти посмотреть, что ли, в гости зайти. Прикольненько. Девушка, а кто там в пещере живет? В пещере вот там вот кто живет? В смысле продает? Ну, да. Можно я засниму? Думаю, что это хорошая идея. Ну, хорошо, снимать не буду. А в смысле, а как это он поселился и этот самый и продает? Это же не его. Ну, кто успел, тот и взял. Типа, хочешь здесь остановиться, плати денежку. Ну, именно в пещере, а так нет. Ну, блин, хитрый жук. Ну, я вообще подробностей всех не знаю. Мне так рассказали в общих чертах. Прикольно. Поплавал немножко вот здесь вот в этих камнях. Вот здесь вот.
Ну что могу сказать? Бычков, крупных бычков, хороших бычков на жареху, блин, нефиг делать. 10 минут, все. Штук 7, 8, 10, вот запросто. Ладно, сейчас пойдем вечереть, потом ночереть, а потом завтра утром надену штаны. Ну, сейчас поплавал, не холодно, просто штаны наделу. И засниму все это дело под водой. Думаю, будет интересно. Классная скала. К вечеру уже затих ветер, все хорошо. Пойдем глянем, может быть, что там за скала вообще. Что это такое? Шелковица, что ли? Да, смотрите, вот она. Блин, офигеть. Я думал уже все, я не увижу. Класс, класс. Обалденно вкусная. Блин, вот. Оп. Ягодка. Сочная. Руки потом, во. Вот это вот никак не могу понять, что за ягода такая. Явно, походу, несъедобная. Что-то ее никто не ест. Ни мыши, ни насекомые. Охренеть. Как ты можешь сдавать вот это? Это ж не твое. Вода теплая, проплавал, наверное, минут 20. И вообще не замерз, ничего. А здесь ветерок пошел, из-за скалы вышел. Пошел ветерок. Ну, это и к лучшему. Не будет никаких ни комаров, ни мошек. Обалдеть, как вода вымыла все. Это дно мирового океана старого. Отложение коралловых рифов. Возможно, даже в этих залежах можно будет найти какие-нибудь трилобиты, как у нас там. Ну, хотя фиг его знает. Вон расщелины всякие. Целые пласты.
тропинка или скалы? Тропинка или скалы? Нет, это не про нас. Так. Начинаем. Блин. В шлепках. Эля. Так. Дальше. Дальше, дальше. Так, дальше пойдем сюда. Вот так. Теперь вот сюда. Ага. Ух ты, здесь надо будет завтра поплавать. Классное местечко, кстати, для рыбы. Классный тоже камешек. Но нам вон туда. Так, 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 так. Хоп, 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 хоп. Ага. Теперь сюда ему вот так. Ну какой прикольный мох. Вот. Ух ты, блин. Охренеть. Высота, как я не знаю. С пятиэтажки, если смотреть. Наверное, здесь пока мы остановимся, а то он пошел раскол. Как эта глыба вместе с нами-то рухнет. Не, вот лучше вот туда пойти, да, вот на самый верх, там безопасней. Безопасней. А здесь я завтра поплаваю хорошенечко. Хоп, хоп. Ух ты. Ух ты, блин, здесь еще выше, охренеть. Я высоты-то боюсь. А я высоты-то боюсь, блин. Зараза. Ай. Так, я вот так вот сейчас встану, вот так. А вам вот так покажу. Вот там внизу, там вот это вот все. Все, показал, показал. А теперь вот еще вот сюда залезем. Вот и вот так вот залезем. Вот. Так. Ага. Вот. Ну, теперь я понимаю, почему они здесь селились. Вышел такой. Ты там какой-нибудь патриций, да? А, не, потом уже было. Но не суть. Ты, короче, гражданин Древней Греции. У тебя свои плантации, виноградника, там кабачки, огурцы, помидоры растут. Ну, если тогда они еще были. Не знаю. И ты выходишь такой, смотришь, блин, вот здесь вот бы я поселился. Херак, и вон там он где-нибудь раз и построил себе усадьбу. Выходишь на балкон летом, такой, вот тебе море, все дела, чашечка кофе, и вот так вот поплевывать на челядь внизу с балкончика с этого. Да. Вон там стою, вот сюда вот в горочку думаю подняться для того, чтобы смс-ку отправить отцу.
Ой, блин. Ну, фух, заманался уже. Но надо подниматься. Поднялся. О, блин, задолбался уже. Нифига, связи нету. Блин, пап, смотри, это самое. Через пару дней, где все мои приключения. Короче, со мной все хорошо. Передаю тебе привет. Фу. Ну, нету связи. Нету связи. Ни там внизу, около моря, ни здесь наверху. Нифига нет связи. Вот. Залез. Вон там вот моя машинка. Посредине. Фух. Сыкотно. Сыкотно. Блин. Надеюсь, найти здесь связь. Вообще сыкотно, очень сыкотно. Прям вообще совершенно сыкотно. Ну, какая-то смс-ка пришла. Значит, наверное, связь есть. Так, забираемся на самую вершину. Вон тут степь кругом. А здесь вот такая крутиверть. Чтобы вы понимали, это не трава внизу, это деревья. Это деревья внизу. Как-то так. Вот, теперь я больше ничего не боюсь. Лиса. Прибежала лиса. Смотрите. Ну куда ты убежал-то? Охренеть. Давай, иди сюда. Давай, что дам? Давай, что дам? Такая-то тощая лиса-то, крымская. У нас вот у жирнее лисы. Давай, иди сюда. Ты прикалываешься, да? Прикалываешься? Смотри, смотри, бегает, бегает, бегает. Чего ты там? Мышкуешь? Мышку ловишь? Ух ты, смотри, рыть начала. Да, ты моя красавица. Ты моя красавица. Да, 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 да. Да. Блин, так ничего не видно. Вот так. Ты моя красавица. Ну, давай, иди сюда. Тихо, моя хорошая. Да, ты моя хорошая. Ну, чё ты там? Чё там? Чё там? Чё там такое? Чего, чего? Чё там унюхала? Чё там унюхала?
Чи моя красавица. Офигеть. Лиса. Уж кого никого не ожидал встретить, так это только ее.